Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-героя». Поехали, сыграем немножечко за ночной колпак. Как ты видишь, у меня 34-й ранг. Против меня ставят ржавый разряд 36-го ранга. Да, дилемма, ребята. Поехали, попробуем тогда так. Ну, если я сделаю вот таким вот образом. Валун есть у него, интересно, или нету? Почему-то он ничего не стал делать. Так, у него есть баллончик, скорее всего. Вот что я тебе скажу. Я ведь прав? Сейчас посмотрим, что он сейчас сделает. Во, видишь, что творит? Понижает нам атаку. Молодец. Так, у нас гриб. Та-та-та-та-там. Я вот так вот сделаю. Будет интересно менять ландшафт или нет? Конечно, будет. Блин, срабатывает защита. Зомби получает плюс 5 к здоровью. Ну что, друзья мои, надо действовать как-то. Получается, так сделаем, да? Плюс вот так. Плюс вот так. Смотрим. О, как у него тут. Четыре энергии аж хапнул. Вирус делает. О, еще вытворяет. Так, ну что, друзья, мы ставим этого. Ну и вот этого, наверное, поставим. Вытягивает две карты. Ага. И еще у тебя есть две карты. Так, у нас срабатывает защита, ведь так, я понимаю, да? Раз и два. Все, ребят. Колпак там аж бедный трусит бедного. Шпрыгнулся. Ну что, выиграли, да, пока. Так, выиграть игру рассеянным стражем и нанести 300 единиц урона. Не кисло. А тут нам выдают бесячество. Собственно, персоны. Ладно, давай попробуем против бесячества сыграть. Опачки.
Опачки. Допустим. Так, бомбанули. Что дальше он сделает? М? Как тебе такой расклад? Как тебе такой расклад? Как тебе такой расклад? Давай его уберем отсюда. Чёрт твоей бабушки. О, видишь, что творит? Вот такой вот он. Жульен. Погнали. Ага. Интересно, девки пляшут, что он там задумал, а? Интересно, что он там задумал, друзья мои. Давай вот так вот сделаем. Поехали. Оу. Шаманство гаргантюашек. Ну что, будет бесят своих вызывать, да? А, плюс три. Ну, тогда получается все, ребят. До свидания. Нет, пока еще не до свидания. Ну, можно и так сказать. И отсюда. До свидания. Вот так. Витамба, 32 уровень побежден. Так, ну что, давай двигаться дальше. Сколько тут у нас? 95 только лишь урона нанесли. Угу. Сразу же находим, прикинь. Разгром, 37 ранг. Оу. Ну, разгром, да. Разгром может нам тут сделать разгром. Сейчас посмотрим, как начнется. Опа. Опа. Такой неплохой расклад делается, да? Давай, наверное, вот так вот сделаю все-таки. Хочу три в лицо ему зарядить. Хочу ему три в лицо зарядить. Так, микс. Кого он сюда поставит сейчас? Смотри-ка. Никого. Давай я так вот сделаю. Мне просто интересно знать, что он все-таки сделает. Да ну. Защита? На следующем ходу защита сработает у него. Кого ты должен... Во, видишь? Лаборантшу поставил, ребят. Лаборантшу. Так, Рэй, удачи в боях. Спасибо, ученый. Спасибо большое. Так, если он выставлял лаборантшу, то значит он хочет поставить заклинашки, верно? И все. Че там?
Ну, этот-то ты не уничтожишь. Этого-то ты не уничтожишь, парень. А у тебя всего 6 хп осталось. Так, друзья, как-то надо тут делать. Блин, у меня 3 ландшафта, прикинь. 3. Давай я сделаю так, наверное, и... И вот так. Оу, точно, ребят. А, вот тут что делает. Блин, сейчас у нас... Три очка действия. Ну, 3 хп, точнее, ребят. Угу. Вот что он сделал, да? Давай вот так, наверное, сделаю. И вот так. Что там у него? Ага. Ну, убьет, уничтожит, понятное дело, ребят. А вот теперь на нашей улице... Блин, сработает же защита, да? Давай сделаю так. И вот так. Ну, понятное дело, сейчас хпшки себе будет, да? Так. Жить. И последний ударчик. Все, ребят. И разгрома мы тоже разгромили. Да, да. Итого 3-5. Ну что, поехали дальше. Тридцать третий. Казуал 89. Как бы все хорошо, ребят. Все хорошо. Ладно, оставим, наверное, как есть. Надо быть аккуратным. Он ничего не стал ставить. Ну и нам нет смысла тоже что-то выставлять здесь. Ага. Ты понял, что творит? Ну и хорошо, ребят, что он это поставил. Блин, нам пока нечего поставить. Ландшафт я буду туда влеплять. И буду надеяться, что он не сможет его заменить. Как-нибудь уж пару атак-то мы с тобой перетерпим, да? Я думаю. Он задумался, ребят, задумался о чем-то. О чем-то там, я не знаю. Две энергии есть. Ничего не стал ставить. Два ландшафта, это уже хорошо. Ребят, это уже хорошо. Единственное, что если у него... Сейчас проверим. Есть ли у него замена ландшафта? Нету. Ну тогда, ребят, веселиться начинаем потихонечку. Поехали. Сделаем так. Пум-пум-пум-пум. И что? И вот так. Ну, сейчас он, конечно, будет заклинание какое-нибудь применять. Вот, например. А этот будет бомбить по нему. На тебе. Мы же все равно будем, по-моему, 3 атаки наносить, насколько я помню, да? То есть сейчас должно быть... Угу. Блин, микса. 2 микса у нас. Ну ладно, в принципе, нормально, ребят. Опа. Гадость надо убирать отсюда. Эту гадость надо убирать.
Блин, где мои эти? Скажи-ка мне на милость, а? Звездочка. Давай так сделаю, вот так вот. Сейчас ему, если он заклинашки будет... Ах ты, смотри, что творит. Ну, понятно, тут хп, там я не знаю, что он тут будет делать. Хм. Пошло, поехало, да? Что там у тебя, а, парень? Что же ты там... Такого хитрого у тебя? Давай посмотрим, кто. О, 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 о. Кого он там перемещает? Этого сюда? Окей. Так, пошел добор. На, 6 единиц здоровья восстанавливать себе, ребят. Я не знаю, давай, наверное, этого уберем отсюда. Плюс вот так. И поехали потихонечку. Угу. Ну что, смотрим, что он там будет делать. Угу, вот так вот он. Плюс вот так. Ай. Уничтожает. Так, давай, родной грибок. Что ты мне... О, замечательно. Замечательно. Ты серьезно? Ладно. Раз ты так хочешь, давай так поиграем. Блин! Ай, друзья мои, лопухнулся-то как я, а? Капитально. Как же я капитально лопухнулся. 3, 2, 5, да? Так, грибочки. Ну, пока мне нечего поставить, друзья. Противник сдался. Все. Разгром. Разгромился. Так, ну что, друзья мои, еще одна победка, если, конечно, получится у нас. И будет у нас 35 ранг. И кто это у нас? Опять разгром. 31 ранга разгром. Оу. Да ладно, блин. Плохая рука, ребят, плохая рука. К сожалению, не то, чтобы я хотел. Ай-яй-яй-яй. Не то, чтобы я хотел, ребят. Совсем не то, что я хотел. Ну как же так-то, а? Грибочки. Грибочки это хорошо. И отсюда. Грибочки это хорошо, да. Что же там у тебя, а? Если я сделаю вот так вот, к примеру. Блин, если у него будет баллончик, ребят, это будет трэш. Так что будем надеяться, что баллончика у него нету. Ну, ты понял, про какой баллончик я говорю, да? Ага, ну он вот это вот применяет. Ладно.
Тут жалко защита. А, нет, защита не сработала. Что там тебе? Восстановление здоровья? Ух ты. Ух ты. Поехали. Раз, два, пять, шесть, семь. Блин. Ну это вот и выкинем, этого можно не волноваться, ребят. Меня больше вот здесь интересует. Сейчас хпшечку, да, себе восстановит? Или что, или вот этого подобьет? Ага, ха-ха. Это он, кстати, хорошо придумал, мне нравится, ребят. А вот это вот мне очень нравится, то, что, что он сюда влил. Пам-пам-пам. Ну давай так я сделаю, фиг с тобой. Ну, 2 единицы урона тебе, парень. Хотя у него может быть восстановление здоровья быть. Ну да. У него восстановление здоровья. Ну, мы этого выкинем. Пускай он даже не радуется. Так. Ага. Да ёк-макарёк, блин. Уничтожает, уничтожай. У нас еще есть такая. Вот. Да ты заколебал, а. Ладно, друзья, мы этого нафиг отсюда убираем. Поехали. Ну и чего ты там? У тебя заклинашка там целая куча. Ты же не просто так ее, наверное, сюда выставлял. О, началось. Так, что еще там у тебя? Защитку ставишь, молодец. Умница. Ставишь безумие. Замечательно. Ну что, теперь поехали. Что задумался-то? Так. Молодец. Так. Так, вот в одно хп остается. Ну, понятно, 4 в лицо получаем. О! Видишь, что вытворяет? Блин, какой-то горелый. Тын-тын-тын-тын. 3. Нет, нам, наверное, выгоднее вот так вот сделать. Угу. Поехали. Посмотрим, что у него. Так, сколько ему? 2 единицы урона? Так, зомби получает плюс 2. Все, ему крышка, ребят. Видишь? Я думал, там что-то будет посерьезнее, а тут такая фигня, оказывается. Ладно, ребят. Я хотел перейти, и я перешел. Это так, честно говоря, серия была минутка свободная, и я вот решил сыграть. Ну что, друзья мои, Гриб, как всегда, показал, что он молодец, что он красавчик. Поднялись мы с тобой сразу же до 35 ранга с нуля. Ну как с нуля, я имею в виду с 34-го, с нулевого до 35-го. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.